9 класса. Встречайте, Маркеев Егор. Поздравляем мы с праздником всех!
А сейчас с удовольствием даем слово ученикам 10 и 11 классов, которые приготовили новогодний спектакль под названием «Баба Яга. Перезагрузка». Встречайте аплодисменты. Олег, уберите технику, пожалуйста. Ударные, все ударные. Ударные. Все у меня было? Нет, уберите. Просто запрягайте. Новый год к нам мчится, скоро чудо приключится, скоро время волшебства, загадывать желания пора. Пора готовить поздравки и зажигать везде огни, надевать наряды яркие, славный праздник впереди. Точно, точно, собирайтесь, приготовьтесь, постарайтесь, скоро елка загорится, праздник двери постучится. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас сегодня на нашем празднике. Как известно, Новый год – пора перемен и волшебства. Перемены – это всегда хорошо. К ним все стремятся, и даже сказочные герои. Вот ты сейчас о ком говоришь? А ты разве не слышала? Баба Яга решила нынче внешность сменить. Тут все вокруг уже в курсе, и только ты не знаешь. Врешь, быть такого не может. Может, можем. Спорим на желание, что к концу вечера Баба Яга красавицей станет. А спорим, я тебе сейчас такое желание загадаю. Вот только в интернете поищу и загадаю. А пойдем, я тебе помогу желание найти. И заодно прослежу, чтобы оно приличным было. Год. Вся страна его заждалась. Скоро, скоро он придет. Даже я засобиралась. Нужно платье подобрать, макияж, прическу сделать. Можно в комнате прибрать и салатиков наделать. Может, волосы покрасить? Брови выщипать, ресницы подкрутить. Что же делать? Я не знаю. Я не красилась давно. Наколдую я стилиста. Во идее, решено. Абракадабра, стилист, появись. Сейчас, сейчас, моя королева. Ой, красота неземная. Да. Это я! Сейчас я покажу тебе последнюю новинку. Ты упадешь от восторга. Вот, смотри, какой цвет, какое... Вау! А что, собственно, произошло? И где это вообще я? Бубочка моя, ты где?
какое безвкусие вокруг. Ужас какой. Ну, почему сразу ужас? Так, слегка не прибрано. Какой моветон, какое платье, волосы, какой образ. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная, ты не накрашенная, страшная, ты накрашенная. Да я вообще красавица. Вон мое новое платье, видишь, оценил? Оценил? Да тебе у меня только детей на Хэллоуин пугать. А я, по-твоему, что делаю? А волосы? А эти ногти? Ну вообще, где моя бусинка? Ну у нее же образ не закончен. Так, цирюльник, хватит причитать. Я сказала красть меня быстрее, Новый год скоро. Фи, как грубо. А если я откажусь? А если ты откажешься, я тебя съем или превращу в жабу. Ну ладно, хорошо. Говори, что хочешь. Хочу. Ну не знаю, ну чтобы миленько было. Увы, невозможно описать, что такое миленько. Ты должна увидеть это сама. Вот смотри. Вот если ты выберешь вот этот вариант, то я ничем помочь не смогу. А если выберешь вот этот, то ты попадешь в сказку. И помни, дорогушенька, я лишь предлагаю тебе совершенство. Ну что тут выбирать? Давай, преображай меня, Новый год скоро. Пришли пить. Чайник ставь. Наливай. Так. Я чего-то не поняла. А что тут происходит? Ты чай-то удумала? А я ничего не удумала. Просто замуж хочу. И Новый год по-человечески встретить. Лишь, ты слышал? Замуж? Я не могу. Престарела! Ой! А вот вы зря смеетесь. Вот к вам, уважаемый, кожу бы освежить нужно. Ну, с волосами вашими что-нибудь сделать. В общем, полный апгрейд. А вот тебе, дорогушенька, платьица, макияжик, маникюрчик. А то выглядишь ты, конечно, ужасно. Я? Ужасно? Да я повелительница всех болот. В пугане знаю толк. И я прекрасна. Я неотразима. В салоне я бываю каждый год. А я с рождения красивой. Прекрасен я. И спору нет. Такой брутальный, сильный и модный. Совет дам совет. Вас в очередь-то записывать? Да. Так-с, ну смотрите. Значит, могу принять вас только в 2019 году. И то только рано утром. Вас записывать? Нет, ты чего? Нет. Ты что, издеваешься, что ли? Сейчас же записывай. Я красивый хочу быть на Новый год. И я. Ну, хорошо. Только для начала отгадайте пару моих загадок. И тогда я решу, кто будет первым, а кто в 2019-м. Ну что, начнем? Да. Итак, загадочки. Вот тебе, с прекрасной шевелюрой, человеческого роста, а фигура супер просто. 30, 60 и 90. Кто это?
я, что ли? Нет. Кто это может быть? Вы знаете? Молодцы, ребятки, да? Прям... Ужас. Нормально. Ну что, ты знаешь ответ? Нет. Снежная баба, ну... Тогда вопрос тебе. А откуда родом снежная баба? Я... А если еще подумать? Откуда она? Сибири. Ответ что ржать будете? Из Зимбабве. Типа Зим и Бабве. Хорошо, еще одна попытка. Смешной пятка. И в лесу, и на болоте старушонка ходит вроде. У нее нелепый вид. Всех вокруг она смешит. Но она совсем не зла. Это ведь... Баба-яга? Нет. А кто это? Ну, тут и загадку загадал. А вы знаете, кто это? Баба-яга. Я же сказал неправильно уже. Это Кикимора Ануш. Правильно. Двойной ответ. Лешунь. Ну, спасибо. Хорошо, у тебя последняя попытка. В лохмотьях, заросший, седой, с вечно всклокоченной бородой, в лесу он обитает, грибников заманивает и пугает. Нет, это точно не он. Кощей бессмертный. Ну давай, ну не мне за...